Мы опять в пути. Меня зовут Олег, и я приветствую вас на канале «Давай попробуем». Вы все бывали в Турции, но хорошо ли вы ее знаете? Может быть, попробуем узнать ее получше? Поехали! Мы в провинции Мерсин. Итак, скажу сразу, что провинция Мерсин – это не туристический, а район Турции с отелями на берегу и системой «все включено». Хотя, конечно, и это здесь можно найти. Туризм сейчас в Мерсине очень быстро развивается. Но мне кажется, что этот район тем и уникален, что здесь еще осталась та Турция, насыщенная восточными сказками и легендами, и очень добрыми людьми, не испорченными туристами. Балдеют в кафе на набережных с красивыми видами, с бокальчиком пива, кофе. Красота. Здесь все течет неторопливо, в своем естественном ритме. И непонятно, люди украшают это место или место людей. А место здесь действительно потрясающее. Имеет очень хорошее расположение. С одной стороны – Средиземное море с песчаными пляжами, а с другой – защищена Таврическими горами, что создает мягкий морской климат, продлевая лето. Сами турки называют это место «жемчужиной Средиземноморья». Благодаря своему климату фрукты и овощи здесь выращивают круглый год. И может быть поэтому здесь все значительно дешевле и качественней. Дешевле здесь не только фрукты и овощи, а практически все. Может быть, это одна из причин, почему сюда едут туристы. Получить классный отдых, но за меньшую стоимость. Кстати, селятся в основном не в отелях, а арендуют апартаменты, квартиры. Что, на мой взгляд, создает такую домашнюю обстановку. И, что немаловажно, обходится дешевле. Ну а сами апартаменты, квартиры, находятся в облагороженных жилых комплексах со своими бассейнами, горками, детскими площадками, все это под охраной, с очень приятной ухоженной территорией. И по виду это как отель, но ощущение дома. И здесь нет чувства, что ты здесь в гостях. Все настолько естественно, что кажется, что ты жил здесь всегда. А многие настолько проникаются этими местами, ну и плюс я так понимаю, что более низкой ценой на недвижимость, что покупают здесь себе эти квадратные метры счастья и уже точно ездят себе домой. В описании снизу я оставлю контакт, по которому можно получить информацию, как арендовать, сколько это стоит, может быть, вы захотите купить. Ну и, как говорится, не хлебом единым сыт человек, многих сюда все-таки притягивает природа. Природа, на мой взгляд, просто одарила эти места своим вниманием. Здесь считается, что куда бы ты ни поехал, ты всегда откроешь для себя что-то новое, интересное. А самое главное, там не будет этих туристических толп с выпученными глазами и включившие максимальную скорость своего хода. Здесь порой ты один, и все это лишь для тебя, и прочувствовать это, мне кажется, невозможно. Хотя, если зайти в один из ресторанчиков или кафе, где цены на порядок ниже, то можно и прочувствовать. Бей ее, бей! Давай, давай! О, ты молодец! Тот восточный колорит гостеприимства и вкус, который ни с чем не перепутаешь.
Создается ощущение, что только тебя здесь и ждали, готовились к встрече с тобой. И, конечно, все настолько вкусно, что пальчики оближешь. Кроме вкусной еды и красивой природы, в этих краях сохранилось очень много археологических памятников прошлых лет. Открывая интересную историю этих мест, мне кажется, здесь каждый метр земли наполнен историей. Да, провинция Мерсин, на мой взгляд, это какая-то восточная сказка. Рассказать о всем сейчас в одном ролике это просто невозможно. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, и я с удовольствием расскажу все более подробно о этой части Турции. На мой взгляд, она заслуживает вашего внимания. Открывайте новые места. Пока!